Всем привет, друзья! С вами Александр. И сегодня я вам расскажу о новиночке, которая сейчас появилась в магазинах Мир Автокресел. Это кресло от компании Nuno. Nuno – компания Нидерланды, если что. И название у кресла, друзья, я прочитаю, и здесь всплывет название, если я правильно это произношу, Rebel Best Q. Вот, надеюсь, я правильно это произнес. Если... Исправьте меня в комментарии, друзья. Это кресло... Сначала я подумал, что это с рождения. Да, с рождения до 4 лет. Но увидел, что здесь нет вкладыша, который выпрямляет чуть больше спинку для новорожденного. И, соответственно, в инструкции уточнил, да, оно с 3 месяцев, друзья. Вот это уточняю, чтобы вы не путали. Оно с 3 месяцев, соответственно... С 3 месяцев до 4 лет, это где-то 100 сантиметров роста ребенка, максимальный рост. Вот, а можно уместить сюда ребеночка. Кстати, хочу сразу сказать, это кресло, ну, сейчас акция идет, и у него цена очень-очень сильно низкая для категории 0.1 со стандартом iSize. Это кресло безопасное. И недорогое, и качественное. Вот Nuno бренд, друзья, сами понимаете, если вы в этом разбираетесь, конечно. Это очень хороший бренд, очень интересный на рынке. И коляски у них тоже, кстати, классные. Вот, смотрите, 0.1 категория. У нас здесь крепление с самого кресла реализовано с помощью базы Isofix. Соответственно, мы крепим кресло на Isofix. Упор в пол выдвигаем в пол. Упираем прям до конца. И, соответственно, с установкой здесь все просто. И сразу его повернул к вам, чтобы вы могли оценить внутреннее убранство кресла. Мы придем сейчас к тому, как крепить и тому подобное. Вот, как им пользоваться. Но хочу сразу сначала о внутренней части поговорить. Вот, ребенок, соответственно, пятиточными ремнями. Кстати, очень классная система. Здесь вот типа такой клейкая вещь, но это резина какая-то, чтобы ребенок при ДТП ремень его лучше фиксировал, и он меньше травмировался от самого ремня. Вот эта вот вещь в хороших креслах всегда используется, и здесь за эти деньги, соответственно, тоже это круто. Вот, пространства здесь действительно очень много. Регулируется у нас... подголовник с помощью кнопки снизу, и до 100 сантиметров, повторюсь, можно будет усаживать сюда ребеночка. Что касается ткани, друзья, ткань здесь очень плотная, тактильно приятная, но она не какая-то мягкая, нежная, она такая немножко грубоватая, слегка такая плотная, как я уже сказал. В общем, ткань, как по мне, износостойкая. Я просто знаю такие ткани хорошо, они показывают себя в эксплуатации достаточно хорошо. Снять ткань, постирать можно в любой момент. Единственное, друзья, стирайте до 30, желательно, градусов, чтобы ткань не села, и вы ее потом смогли обратно одеть. В общем, с внутренним убранством разобрались, места много, все классно. Смотрите, чтобы с 3 месяцев возить ребеночка, вам нужно будет развернуть кресло против хода движения. Как вы видите, оно вращается у нас на 360 градусов, это очень круто. Вы подошли к автомобилю, открыли дверь, оно уже у вас со вчерашнего дня развернуто. Посадили ребеночка, удобно, не надо так сбоку. Прямо упаковали ребеночка, повернули и в путь. Соответственно, вот так мы катаем ребеночка с 3 месяцев. Вот таким образом у нас регулируется наклон. Здесь даже есть градация от 1 до 7 вот в этой части. И мы видим 7 положений. Но они на самом деле такой маленький ход у них, что я не думаю, что вы будете промежуточный использовать. Ребенок спит, все, он спит, сел, проснулся, все, ставим так. Вот, после чего доезжаем против хода минимум до 9 месяцев, а желательно проездить месяцев до 10-15, ну, так заявляет производитель. В общем, ездите до победного, пока ребенок сам вам позволяет это делать. Потом мы разворачиваем кресло и, соответственно, с помощью этой же регулировочки мы регулируем наклон в тех же 7 положениях. Сразу хочу заметить, здесь очень толстенный, взрослый, большой ремень используется даже в регулировке длины самого ремня. Обычно здесь маленький такой тонкий ремешок, здесь же не пожалели. Вот такой полноценный ремень, удобно за него схватиться, подтянуть ремешочек. В общем, с этим все хорошо. Кстати, что касается комфорта, друзья, еще хочу сразу заметить, я думаю, сейчас вам видно будет, здесь вентилируемый каркас, и летом будет дополнительно как бы спинка, чтобы ребенка не потело. Здесь благодаря этой вентиляции гуляет воздух,
под креслом и меньше преет ребенок из-за этого, друзья. Вот. Поэтому вот такое вот креслице интересное. Как по мне, мы уже продавали его здесь в мире автокресел, мерили детей. И действительно очень прикольная креслица. Смотрите, когда ребеночек чуть подрастет, у него даже есть такая вот полочка для ножек. Многие дети, ну, чтобы не висели ножки, можно сюда спокойно ставить. Тоже прикольно, удобно. Вот, соответственно, как по мне, до кресла достойно внимания. Я очень рекомендую, если вы ищете в этой группе для своего ребенка кресло, не проходите мимо, обратите на него внимание. Ссылка внизу на Мир Автокресел, на это кресло будет, друзья, так что пройдите, посмотрите. Как по мне, достойный вариант по цене, качество, безопасность. И за эти деньги в этой группе со стандартом iSize, на самом деле, раз-два я обчелся предложение на рынке. Поэтому вот, друзья, не пропускайте, смотрите. Можете приехать в магазин Мир Автокресла с ребеночком, померить в кучу кресел. Много очень, выбора большой в этой категории. И здесь посидеть и уже определиться, убедиться в моих словах, что я сейчас в обзоре вам рассказываю. Собственно, это все, друзья. Если обзор вам был полезен и интересен, ставьте свой царский жирный лайк, подписывайтесь на канал, это помогает развитию канала очень. Вот. И я лишь хочу пожелать вам сделать хороший, грамотный выбор кресла для вашего ребеночка. И удачи на дорогах. Всем пока.